Добрый день, друзья и коллеги. Меня зовут Гаврилов Рустам. Я являюсь экспертом по испытаниям региона Волга. И сейчас вам хочу показать, продемонстрировать, как работает наш почвенный гербицид GardaGol в дозе 4 литра на гектар. Сегодня прошло ровно 90 дней после обработки. Так, мы на поле подсолнечка. Сейчас вам показываю, как выглядит наш участок. Сегодня ровно 90 дней после внесения почвенного гербицида. Носили мы под культивацию на глубину 5-6 сантиметров. Вот так выглядит наше поле. Так что, думаю, результат очевиден. Выбор за вами. Оставайтесь с нами и останетесь с урожаем.